лед может раньше уходить от берега, может позже. Часть медведей может оставаться на берегу, соответственно, больше количество их вынуждены искать пропитание. Специалисты из Москвы будут иметь соответствующее оборудование для того, чтобы иметь возможность усыпить белых медведей, там, допустим, транспортировать. Но это как один из вариантов. На текущий момент он рассматривается, да, но не на 100%, что он будет применен.